Всем привет! Сегодня со мной такая история приключилась. Ехал я, короче, на велике на работу. Ну, а снежок выпал. Он вроде недавно выпал. Я думал, еще можно поездить. Ну, еду, короче, передо мной на дороге, ну, по пути стоит машина. Я решил ее объехать. Легонько поворачиваю руль. И, короче, его начинает заносить. Я, ну, пытаюсь выровнять, типа, но... Не получается, все так быстро происходит, что просто вот раз, и велик просто, ну вот, он начинает так поворачивать, и просто ушел. И я как сидел так вот, просто шлепнулся, типа, ну, как будто велика не стало, и ты просто упал. И, по идее, надо было руки выставить с двух сторон, вот так вот, чтобы не удариться. Но я не успел, потому что все настолько быстро произошло, я вообще даже пытался руль вывернуть как бы в эту сторону, его начал заносить, даже руль погнул. Но это не помогло, он просто как начал падать, так просто и улетел, просто так наискось, и хоп, и ушел. И я просто как будто без велика остался, и такой раз упал. У меня такая резкая боль сразу в спине, вот где-то в этой области, только там на спине как бы. Я, короче, падаю и такой, я даже дышать не мог, типа, вообще капец. Я думал, я там останусь, на этом снегу. Я такой, как рыба, лежу, стану, кряхчу и пытаюсь дышать не получается. Я такой, и такой, блин, вообще, я думал, все, капец мне. Что-то там сломало и, типа, все, сейчас не хватит, может, я не знаю... Мало ли там проткнул легкое, например, ребрами или что, и типа все, и сейчас ты умрешь, типа, ну вообще жестко, короче. И в итоге потихоньку дыхание вернулось, типа, и, короче, как-то более-менее я поднялся, ну и продолжил свой путь, короче. Но до сих пор все еще осталось как бы боль в спине с той стороны, и появилось жжение в груди. Я думаю, надо сходить к врачу, чтобы посмотрел, что там и как, что там со мной приключилось, все-таки удар был, и дальше будет видно, но как бы могло быть и хуже, так что не так уж все и плохо, вот, так что лучше зимой все-таки не кататься на велике, хоть оно и кажется, что типа, ну, снег недавно выпал, вот еще ничего не замерзло, да и слякость вроде какая-то была, я не знаю, почему меня занесло, там вроде не скользко было, и да я не знаю, может снег такой, что его укатали, и он уже такой скользкий был, может быть и так, я не знаю, ну блин, короче, это жестко, так что будьте аккуратны, следите за собой, своим здоровьем, за тем, что вы делаете, и не попадайте в такие ситуации, в которых все может закончиться плачевно. И печально, блин, это реально можно было. Все могло закончиться намного хуже гораздо, но... Но, слава богу, все обошлось. Так что берегите себя, следите за тем, где вы и что вы делаете, и будьте аккуратны. Вот, как-то так. Так что всем всего хорошего и дай бог вам здоровья. Пока.